школе-лицее имени Бауржана Мамушилы города Темиртау прошли школьные соревнования по казак-курице. В силе и ловкости в трех весовых категориях соперничали более 50 школьников. Соревнования приурочили к 113-летию Бауржана Мамушилы. Так как мы являемся школой имени Бауржана Мамушилы, и мы сегодня проводим спортивные мероприятия среди классов Жассарбас. Здесь участвуют классы с 5 по 9 класс, классы Жассарбас. Каждый год проводим Бауржан Мамушилы, проводим это мероприятие. Сегодня у нас еще прошло принятие классы Жассарбас. Они принимали сегодня присягу. Это у нас 6 Жассарбасов приняли присягу в честь дня рождения Бауржана Мамушилы. Такие мероприятия у нас проходят постоянно. Каждый месяц мы проводим вот такие патриотические мероприятия. По итогам соревнований юные борцы получили медали и дипломы. Кроме того, тем, кто отличился своим мастерством, предоставилась возможность получить путевку в Республиканскую федерацию борьбы. Кристина Кириченко, Шугулабай Мухан, Жахангир Конышбаев. Новости Темиртау.